Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Должники по НДФЛ попадут под особый контроль. Работа с ними станет в этом году одной из основных для финансистов и налоговиков. По словам министра финансов Кировской области Елены Ковалевой, именно налог на доходы физлиц в прошлом году собирался труднее всего. Губернатор предложил органам исполнительной власти и местного самоуправления настроиться на более жесткий режим работы по привлечению доходов и обеспечению исполнения бюджета как минимум в запланированных объемах. Напомню, что в прошлом году регион получил 43 миллиарда рублей, расходы составили 46,5, и удалось на 13% к плану сократить дефицит бюджета. Программа «Экономика». Риски ухудшения ситуации в моногородах сохраняются, об этом говорят в Министерстве экономического развития. При этом чиновники в целом оценивают состояние монотерриторий в Кировской области как устойчивое. Для минимизации рисков в моногородах в прошлом году местный бизнес получил 63 миллиона рублей субсидий. Поддержкой воспользовалось 144 субъекта малого предпринимательства. В рамках реализации планов развития монотерриторий создано 500 новых рабочих мест. Экономика на 101 FM. Промпарк в Вятских Полянах не окупает расходов на свое содержание. Он был открыт полтора года назад, однако в полном объеме площадка не запущена до сих пор, пишет «Навигатор». По словам исполняющей обязанности руководителя корпорации развития Кировской области Ольги Меньшиковой, кредиторы требуют возврата долгов. Сейчас корпорация гасит их за счет индустриального парка «Игроград». На 5 производствах, разместившихся уже в промпарке, работают 140 человек. К концу 2016 года планируется запустить еще 2 проекта. К этому же времени корпорация рассчитывает вывести проект на самоокупаемость. В завершении о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 76,39, евро 84,22. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.